На конкурс дети читают стихи. Омская область, рабочий поселок Черлак, МДОУ Черлакский детский сад номер 9 комбинированного вида. Панченко Есения, 4 года. Английская песенка «Котята». Два маленьких котенка поссорились в углу. Шутитая хозяйка дела с одними двум. И имя из кухни девущих котят. Не спалились при этом, кто плав, кто янат. А дело было ночью, зимой, в январе. Два маленьких котенка озябли на дворе. Легли они тихонько, ногами. Ногами укрыться, носы укнули лапки. И сдались конца. И жалилась хозяйка, я пила дверь. Ну что, она спросила, не ссоритесь петель? Пошли они тихонько, свой угол на наслед. Со скуки отряхнули холодный мокрый снег. И оба пили печкой, соснули сладким сном. А много того света сумела замок.